Всем привет! Вы на канале Мария Би! И сегодня у нас посылочка. В стуле. И это мой напарник Жора. Вот. Такой вот у нас здесь стульчик. Кажется, на нем будет Жорик сидеть. Маленький, потому что... чтобы удобно ему было. Ну и посмотрим, что внутри. О, набор какой-то. Набор для вышивания. Вот такой вот наборчик есть здесь. Вот тут сзади еще есть написано тут все. Ну, может быть, откроем? Так, Жорик, ты будешь на стуле сидеть. Пока что. Да. Вот. Собрала. Сиди. Ты на нем будешь сидеть. Вот так. И у меня здесь рядом есть ножницы еще. Так. Разрезаем. Так. И упаковка, она не нужна. Это вся упаковка. Это вы когда собирали? Угу, никогда. Так, вот такая упаковочка. Такая большая. Угу. Да. Мусор. Иди туда, мусор. Мусор. Так, все. И вот такой вот у нас набор. Откроем его, посмотрим. Вот так вот. А это было просто для украшения. А на самом деле коробочка вот такая. И здесь нарисован цыпленок. Так. Какие? Очки такие длинные. Ага. Только не надо. Так. И ее мы сзади положим. Так. Так, тут скотча нет. Точно? Убедился? Да нет, точно. Ага. Опаньки. У нас есть нитки. Ниточки. Игла, как тут говорилось. Это штука, на которой мы будем шить. Так, вот такая вот кругленькая. Я забыла, что это. Разного размера. Большая, поменьше. Ну, такого цвета. Ага, вот такого утенка. Утенка будем делать, точно. Вот так. Вот такого вот утеночка. И у нас тут есть еще рамка. Рамка такая деревянная. И здесь какая-то штука. Угу. Ну, мы отдельное будем видео делать. Там Жорика моего не будет. Будет там мама. Мама там будет. Так, это даже иголка не остренькая. Совсем не острая, видишь? Не надо, Жорик. Острая? Не, не острая. Вот такая вот иголка, совсем даже не острая. Это, дай подволкать. Специальная. Да. Надо сильно? Не, вообще сильно не надо. Ну, такие колечки джангли, что ли. Так, проверим. Они разного размера? Да. Разного. Ну, ниток тут как-то мало. Тут, что ли, кто-то уже это использовал? Так выглядит. Так, и больше всего тут ниток из желтых. Так, так выглядит это тут побольше или одинаково так? О, даже у нас здесь больше. Ну, здесь, наверное, будет даже красивее. Да, попробуем. Хочу попробовать этим согреть. Не-не. Невозможно. Да, невозможно. Это только в цирке. Так, больше тут у нас желтых. И мы там видели. И там, знаешь, что там было? Подожди-ка. Так, ты знаешь? А, это вот так. Входи в другой цирк, где я нет. Угу. Так, все, хватит Жори говорить. Так, нитки. И там-то там. Угу.
Альберт. Давайте ко мне идет. Тут у нас рыжий кот за сценой. И сейчас съемка с котом. Барсик, ты что ли тоже хочешь шить, а? Маленький проказник. Да. Ты же совсем не острая игла такая для вшивания. Да. Ну и сюда даже очень 100 ниток подойдет мелких. 100 ниток. Угу. А этих, наверное, где-то 30 штук. 15. Или меньше. Барсик, забирай ничего. Так, тут, кажется, у нас тут цвета есть. Какими мы будем шить? Вот тут все по кубикам, по кубикам, по кубикам. Ну, как я вам говорила, отдельное видео будет, где мы все это будем шить. Да. Ну так, главное ничего не потерять. Ушки подлогать. Вот здесь вот она стоит и цепляется. Вот здесь вот есть цеплялка, вот здесь вот есть стоялка. Чтобы она стояла. Чтобы можно вот так, и можно повесить. Вот так как-то. Вот как-то так, сюда. Да. Надо гвоздь. На гвоздь. Ну и это вам такое коротковатое видео. Ну и вы были на канале Мария Би. И всем пока-пока. Пока-пока.